Вот ведь назойливая шапка. Жаль, корейцев на нее тут нет. Как я понял, глаз у этой твари нет. Как же эта сука тогда видит? Ладно, назову эту шапку слепой собакой. Агрессивный кусок дерьма, мать его. Тупое порождение ада. Интересно, можно ли его мясо использовать для шашлыка? Да вряд ли. В салон ПДА запишу его пока как кабан, потому что похож. Да, жалко ребят. Ох, чувствую, неспроста это случилось. Что-то аномальное влияет. Не знаю наверняка. Но бывает, когда идешь один по зоне, то начинаешь слышать, будто шумит что. Оглядываешься вокруг, никого нет, а шум только нарастает. И вот до такой степени нарастает, что ничего больше, кроме него, не слышно. А ты стоишь такой растерянный, нифига не понимаешь, и тут раз, глядишь вверх. А там темно от ворон. И великое множество их, большие такие, страшные, и все летают,
Летают, крыльями хлопают, перьями шуршат, каркают, кричат, а тебе плохо становится. Глаза слезятся, в ушах звенит, в голове гудит, руки-ноги отказывают. И тут вот главное не паниковать. А завтра среди, вот так проходит молодая жизнь. Хабар принес. Такие тут дела, мужики. Хороший мужик, комик. Зачем это я думал, что фотоаппарат взял? Хоть бы мыльницу какую. Что-то устало. Ну, проветришься, заходи. Эх, аж руки чешутся, как вспоминаю. Сардинка, а то тушенку эту глаза были видели. Уважен старик. А я вам за это могу кое-чем подсобить. Ну, короче, одну очень полезную вещь покажу. Задешево, да, почти. Что за вещь-то? А вот, смотрите. Веночек исчезнет. Натурально, домашнее. Как это зачем? Ну, ребятки, сразу... Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Да-да, натуральные кровопийцы. Ну, поехали, парни! Нигде больше не видите. Ну, оно и правда. Кабаны в полтонны весом и с клыками... Здорово, сталкер! ...здесь и обитают. Да и зверья... На время разговора никакого оружия, ясно? Вот и вчера. Приехали к нему клиенты, американцы вроде. Все в шляпах ковбойских и говорят... Леня, we need your help. Леню два раза просить не надо, аванс взял и вперед добывать трофеи. Меня помощником определил. Ну и нахрена я подрядился этот плащ искать? Короче, и ведь теперь не откажешься. Ну там же всегда не слито они, четвертого. Ну, скорее 300. Понимаете, о чем я? Не жив, не мертв был тот, на носилках которой. И вопил то, что раненый. Ну давай!
люди стреляют в людей. Я думал, что однако тут народ стреляет с дикой скоростью. Нет, встречаются, конечно, не психи. Так, рукой махнул, все смеются, ясно? Привезли как-то одного из чинов в зону, показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли. Хорош уже, комик.